Привет всем, с вами ваша Silver Butterfly, серебряная бабочка. Честно говоря, на душе кошки скребут, очень много чего происходит в последнее время. Ну, как бы, мои отношения со мной и с моей подругой. Очень много хочется сказать, и ничего не могу, потому что еще ничего не закончилось. Это вам просто вот такие вот картинки, да, там, я когда показываю, когда-то мы там на Хэллоуине, где-то еще, где-то в ресторане, где-то на тусовке. Картинка прекрасная. Но когда копнешь глубже, ну, об этом я не могу сказать. Я максимум могу сказать, это, скорее всего, я сделаю что-то очень-очень приватное когда-нибудь, когда созрею для своих клубовцев. Так что, если хотите узнать что-то более интересное, чем парфюмы, подписывайтесь на мой клуб, то есть напишите join, присоединиться к моему спонсорству, да. И какие мои планы? Как только я разгребу все свои видео, которые я еще не опубликовала, я потом буду делать более какие-то, знаете, душевные беседы про себя, про жизнь. И это будет такой между собой. Я не буду это все вещать на весь честной народ. Я буду так это, как бы, в интимном кругу. Вот. А вообще, на самом деле, я собиралась брызгаться ароматом и убегать. Потому что время действительно обрез. Мне сейчас уже нужно вылетать из дома. Так что по-быстренькому обозрю видео, обозрю парфюм и побегу. Вернее, полечу. Я же серебряная бабочка. Так вот, мне не захотелось брать ни один новый парфюм, хотя у меня есть. А взяла то, что я люблю, и задвигаю на нижнюю полку, непонятно зачем. Жизнь одна, и я хочу наслаждаться тем, чем я наслаждалась все время, что мне придавало силы. И вот мне сейчас как никогда нужно очень много сил. Мне нужно быть очень красивой. И не для того, чтобы кому-то что-то доказать, а для того, чтобы прийти в свою собственную оболочку. Вот я это и делаю. Кто-то сказал, что этот пришелец, гост, то есть такой, как бы, вообще гост переводится с английского как привидение. Ну, по-русски почему-то более мягко перевели пришелец. Ну, хорошо, пришелец так пришелец. Хотя пришелец – это alien. Ну, так вот. Какой же он классный. Кто-то написал, что он не зашел. Ну, почему не зашел, объясняю. Потому что не было таких вот интригующих событий в жизни. Не часто вы пользуетесь этим парфюмом. Вы в нем не прожили. И он, естественно, вам не зашел. У вас, может быть, совсем другая история – и связано с другим парфюмом. Поэтому у каждого свое. А что касается меня, я обожаю вот эту вот темную луну. Я просто ее обожаю и хочу еще. И нету. Это надо только ехать в UK и там покупать. Кстати, там он продается за копейки. Но люди уже как бы ушли вперед. Они покупают современное. А мне вот это надо. Мне не нужно ничего уже с полок. Мне уже тошнит Ганимед, Архимед. Люди, я хочу жизнь своей жизнью, а не какими-то Архимедами. Хотя я не отрицаю, может быть, он мне когда-то и появится, но я не буду за этим гнаться. Я буду гнаться, вернее, я буду идти медленно своим шагом. Немножко расскажу про ГОСТ. Моя жизнь была сопряжена именно с ГОСТ в Лондоне. Я привезла этот парфюм сюда, и у меня очень много событий поначалу, когда я здесь только-только поселилась, происходило именно с этим парфюмом. Ну как я могу его отрицать? Тогда я была одна, у меня не было поддержки, у меня не было подруг, у меня не было друзей, у меня не было родственников, у меня не было connections, у меня не было знакомых, вообще никого не было, никаких родственников. И вот этот парфюм как-то меня подвигал. То есть я вставала и шла. То есть вместо того, чтобы зарыться под одеяло и реветь, я как-то шла и шла и шла. И вот куда-то пришла. И вот мне кажется, сейчас
происходит такое, что люди думают, что мне все это просто так далось, и какая-то черная такая вот, не то что аура, вот я даже не назову это зависть. Но что-то происходит, и я не буду такие клипы делать для всех. Вот как я сделаю? Ставлю часов на 12, те, кто посмотрел, хорошо, потом их закрываю и оставляю только для частного просмотра, те, кто мои клубовцы, так? Потому что с примером с моим миниатюрки, да, я выгребала эти миниатюрки, шла сюда, говорила с вами, вот так вот действительно душу нараспашку на коробочке выставляла вам, посмотрела очень мало людей, вот эти мои душевные и моральные затраты, особенно физически, когда я тащила даже эти мелкие бутылечки, я боялась, что я их снесу. И они все равно тяжелые, потому что их миллион, да? И никто не смотрел. А потом меня осенило, у меня был клип, ну, не ликвид, можно сказать, что я буду делать со своей коллекцией после меня, да? Причем этот клип был у меня бракованный. Нормальный клип я опубликовала в августе, никто толком не смотрел. Поставила слово «после меня», но сразу просмотры взлетели. И понимаете, до чего обидно? Тот клип я не напрягаясь физически и морально, просто рассказала и положила, да, в YouTube. И на него пришло количество. А когда я действительно ожидала, что... Сначала я снимала шкаф, это целая история. Потом здесь, в этой комнате, и на выходе почти ничего, даже нет тысячи просмотров. Это просто как серпом по одному месту. Я не знаю, почему я с вами так сегодня. Я вот, представляете, мне нужно все в сжатой форме рассказать, что у меня на душе, рассказать про парфюм и побежать. Так вот, говорю про парфюмы и вылетаю из квартиры. Ghost, Deep Night Ghost, из темной ночи. Фруктовый, пудровый, древесный, ванильный, белые цветы, сладкий, мускусный, амбровый, розовый, лактонный. Господи, и даже лактонный, я никогда об этом не задумывалась, а ведь да. Но совсем самую малость, буквально вот он не душащий, как в настоящее время парфюмы. Он не удит и не гудит у тебя в ухе. Вот в этом ухе, да? Ладно. Верхние ноты. Цветок цереуса и роза. Средние ноты, древесные ноты, персик и абрикос. Базовые ноты, ваниль, мускус и амбра. Это персики, это кактус, это какие-то... Мне даже кажется, что здесь какой-то есть дурман, хотя он не заявлен. И что мне еще нравится, что у этих гостов постоянно новые новинки, которые в мои руки до сих пор не попали. И мне так хочется все. Даже если они будут вонять, я хочу их все. Вот такие вот. Вот вижу. Summer Dream в голубо-белом. Потом Ghost Deepest Night. То есть еще глубочайшая ночь. Такая только в серебряном. Вот это же мое. Потом White Light. Orb of the Night. Какая-то розовенькая вещица в этом стиле. Sheer Summer. Summer Flirt, то есть летний флирт в нежно-фиолетовом. Господи, тут их столько, что я просто хочу все. Те, кто имеет доступ к этому, и фикают, и фукают, я просто не понимаю. Ну, наверное, действительно, почему я не понимаю? Все я понимаю. У вас не было этой жизни, такой, как у меня. То есть она не была связана с этим парфюмом. У вас было что-то другое. И поэтому нам друг друга не понять. Я не то что привязалась к этому парфюму. Я наоборот его прячу, чтобы он мне не надоел. И чтобы я приходила к нему как в самую трудную минуту в жизни. Которая, в принципе, типа, ну как бы, у меня все нормально. Тьфу-тьфу-тьфу. Но в последнее время происходит очень много мистических и странных событий. И о тех, о которых я говорила на канале, и еще сверху, о которых я не могу рассказать. Ой, наговорила кучу, не знаю. Хочу сказать, что
Будем общаться чуть реже, наверное, как вы считаете? Потому что каждый день я вам надоела. И мне кажется, таким образом у меня канал хоть немножко поднимется. А я на этом заканчиваю свой репортаж. С вами была Silva Butterfly, серебряная бабочка. Я полетела. Пока-пока. Вот такая вот природа осени на улицах Торонто. Не только я этим любуюсь. Для тех, кто любит мои прогулки в конце фильма. Ну вот это разве не красота?